как с возрастом, количество и степень развития каких-либо сопутствующих хронических заболеваний возрастает, ну, наверное, со мной сложно будет не согласиться. Вот с этим, конечно же, могут быть связаны и определенные последствия. Конечно, у людей более старшего возраста сопутствующие хронические заболевания, они более ярко выражены, ну и приводят к тому, что я сказал выше. Сейчас заразиться можно везде. В транспорте, на улице, просто в магазине. Потому что, ну, вы видите, насколько много болеет вокруг нашего окружения. Знакомые, родственники. Поэтому, еще раз повторяю, поберегите себя. Самая лучшая профилактика болезни сейчас – это оставаться дома. Трансляции, связанные с физической культурой, проходят 3 раза в день у нас. Это общая физическая культура, дыхательная гимнастика, разминка по скандинавской ходьбе. Для развития мозговой деятельности проводим курс онлайн занятий по компьютерной грамотности. Таких занятий 2 раза в день у нас проходит.